Треугольник. Дай мне треугольник. Молодец ты. И круг. Давай круг, клади его сюда. И квадрат. Молодец, клади его рядом с кругом. Счет знает. Кто? Грамотный мальчик. Обученный Ютубом. Ютубом? Джип и зеленый что? Зеленый грузовик? Это синий. Это красный. А кто тебе его подарил, Тима? К дедулю. Кто тебе подарил красного динозавра? Дедулю. Нет, это Ярик тебе подарил. Дедуля. Ты мой хороший, прячься, прячься. Попался. Ведь ты хорошую Тиму игру придумал. Тима, покажешь дедушке, как ты на пианино играешь? Пианино. Будешь играть? Буду играть. Подожди, я включу сначала. Ты сейчас кого будешь дедушке показывать? Ты давай, будешь садиться? Это кто сверху? Это медведь. Это медведь, точно. А птичка-то где? Птички? Птички. Нет, это не птички. Вот птички, точно. Как птички чирикают, покажи. А медведь как рычит. Здорово. А как ты по барабану стучишь? Ненадолго. Спойпись.
будем. Нет. А что тебе сыграть, чтобы ты спел? Хочешь песню «Мамонтенка»? Потянулась. Что там такое? Спрятано. Конфетки. Конфетки там спрятаны. А Тима кушает конфетки? И Ярик кушает конфетки. Нет, Ярик не кушает конфетки. А Тиме, кстати, можно, да? Нет. Тима разве кушает конфетки? Он вчера, когда на Минхленц пришел к бабушке, не хотел идти, к Наташе идти не хотел, а я начала одеваться, чтобы в музыкал пойти. Ты на чем он меня обнял и подбородком начал целовать. Ты на чем кидаешься? Он опасный на самом деле. Лизы! Спасибо. Какие у тебя машинки? Покажи машинки свои. Тима. Я в тайге! Так. Это какая машинка? Зеленый. И синий. А еще какие есть? Голубой. А еще? Куда же она у тебя едет? Синяя. Да. Дедуль, я буду делать подводный. Тима, куда у тебя рука все время тянется? Положи машинку, мою машинку, конфету в машину. Покатаем ее. Я могу летать. I believe I can fly. Курицы. А ты на том... этого не было. Это было. Не было. Побыло. Да не было. В классе это было точно. В классе на том... было. На том выступлении было. Не было. Я это говорил, ты просто прослушал. Не было, не было. Папа, я лучше знаю, что я говорил. А ты сидел в это время за презентацией, так что. У тебя ж не было обидного, правда? Мне бы вообще не наоборот. Пап, прикормили. Не-не-не, я вам сейчас папа чай поймал. Спасибо. Тимур, давай конфеты считай. Конфеты. Один. Нет. Два. Нет. Три. Нет. Два. И что? Ну а чего, у Яра в понедельник начинается следующая серия рефлексологической терапии. Меняем препарат.